В ноябре появятся новые льготные билеты, они будут с именными отрывными талонами. Один такой талон будет равен стоимости проезда, то есть 10 рублям. В трамваях и троллейбусах, где проезд стоит 9 рублей, разница в 1 рубль будет возвращена льготникам прямо в транспорте. Преимущество нововведения, как заверяют власти, поможет определить количество орловских льготников. Плюс предполагается заинтересовать транспортников в перевозе социальных маршрутов. Стоимость единого проездного останется на прежнем уровне – 300 рублей. Данные нормативно-правовые акты позволят нам уйти от дотирования перевозчиков к предоставлению конкретной льготы конкретному лицу и, соответственно, оплаты перевозчику тех работ и тех услуг, которые он на самом деле оказал.